Глава 18 книги Иова. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал, «Когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить. Зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах наших? О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем! Неужели для тебя пустеть земле и скале сдвинуться с места своего? Да? Свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги могущества его, и не зложит его собственный замысел его. Ибо он попадет в сеть своими ногами, и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его». Скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставить его бросаться туда и сюда. Истощится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. Съест члены тела его, съест члены его первенец смерти. Изгнана будет из шатра его надежда его, и это низведет его к царю ужасов. Поселятся в шатре его, потому что он уже не его. Жилище его посыпано будет серою. Снизу подсохнут корни его, и сверху увянут ветви его. Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Изгонят его из света во тьму, и сотрут его с лица земли. Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его». О дне его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога.